Здравствуйте! Вас приветствует канал SVO Combo. Сегодня я покажу, как настроить эмулятор RPC X3 для того, чтобы поиграть в игру Shank 2 часть. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Хаксборка 102.26, я на ней настраивал. Себе скачал ее уже, разархивировал и настроил. Я покажу как. Делаю это видео по просьбе одного из подписчиков. Игра получила статус Playable, это действительно так, она без запиночки идеально эмулируется. Геймпад. Играя на клавиатуре, выбирается кейборд. Сначала мышкой кликаю кнопку вверх, теперь на клавиатуре нажимается клавиша, что станет вверх. Так по аналогии настраивается весь геймпад. Те, кто предпочитает играть при помощи настоящего джойстика, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить. Ссылка на это видео будет в описании. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните Save. Те, кто играют на этом эмуляторе при помощи настоящего джойстика, также могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить. Ссылка на это видео будет в описании. Также в описании будет видео о том, как взламывать игры на этом эмуляторе и накручивать различные ресурсы. Правая кнопка мыши – Change Custom Configuration. Я себе поставил Full HD, можно и больше поставить. Я думаю, проблем никаких не будет. Игра не требовательная. Однозначно нужно поставить ограничение FPS, потому что если поставить off, то игра будет настолько быстро работать, что невозможно будет играть. Пойдем до конца. Здесь эта галочка. И здесь вот эти две. Apply Save Custom Configuration. Правая кнопка мыши, Bat with Custom Configuration. Запускаем. This is all I have. This. Who the hell is that?
Thank you. You may need this. Get out of here!
Funk, here I come! Вот такая игра. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал Spavacom, ставьте лайки и заходите на наш сайт spavacom.com.